Традиционно 25 января в России отмечают День студента. А возник этот праздник больше двух столетий назад. В 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. А уже при Николае I этот праздник отмечали как день всех высших учебных заведений в стране. В новом выпуске программы «Хочу сказать» мы спросим у саровчан, что они помнят об этом празднике. Вы помните, какой у нас 25 января праздник? Вот такой вот учебный немножечко. Да, это Татьянин день. День студента. День студента. Татьянин день. Татьянин день. А еще как его называют? День студента. А день это Татьяна. А еще какой? Ой, какой-то есть праздник, но я забыла. День студента. А, ну это одно и то же, я считаю, один и тот же праздник. Ну, не знаю. Вы знаете? Нет, конечно. День студента. Ну, какие у вас воспоминания ваши студенческие? Ой, бурные. Как? Веселые, самое хорошее, счастливое время. Всем желаю того же. Ну, самое хорошее воспоминание. Самая хорошая пора. А как же студенчество. Сложные сессии, экзамены, зачеты. Ничего. Но все равно самое лучшее. Сейчас дочка учится. Вы знаете, в то время мы, по-моему, не очень этот праздник праздновали. Вот вообще, как бы... У нас очень много было и в то время, и в другое. Очень много походов, встреч, всяких диспутов и так далее. Поэтому неважно, какой это был праздник, а главное, что много встречались, было очень интересно с друг другом и весело. А Чехов в это время по просьбе Суворина делал обзоры московской жизни. Ну и в частности упомянул Татьянин день, как студенты говорят о чести, о науке, о прогрессе. И глядя на эту кишащую массу, трудно поверить, чтобы из этой массы могло вырасти что-то неудобно варимое. А между тем щедринские удавы Дыба тоже кончили университет. Самое приятное, единственный день, когда можно жену поздравить не только в день рождения. Эмоции от студенческой жизни вашей? Никаких. Совершенно-совершенно. Сложные зачеты, экзамены, может, отношения? Ну, есть немножко. Сейчас сессия идет. Угу. Не высыпаемся. То есть для вас праздник сейчас не праздник? Да.